выразил искренние соболезнования родственникам погибших сотрудников полиции и Юнусбек Евкуров, глава Ингушетии, в ходе посещения семей Беслана Миржоева и Зелимхана Картоева, отметил их мужество и профессионализм. Сотрудники ГИБДД, честно выполняя свои служебные обязанности, стали жертвами чудовищных действий. Они отдали свои жизни за стабильность, благополучие республики и покой граждан. Беслан Миржоев и Зелимхан Картоев навсегда останутся в памяти народа, как настоящие герои и достойные представители своего народа. Несомненно, виновные в их гибели лица не уйдут от сурового и справедливого наказания. Конец цитаты. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Руководитель региона дал поручение оказать всемерную помощь семьям погибших сотрудников.